Хей-хей-хей, всем привет, ребятушки, вы находитесь на канале Лосось, с вами я, Виктор, мы продолжаем проходить игру Viewfinder. Одна проблема, я записывал игрушку, а она такая, неа, не запишу тебе, а вот, поэтому покажу, что здесь было, вот, покажу, как есть. Телепорт отключен. Нам нужны батареи. Батареи. Так, смотрите. Идем. Ё-моё. Две новых картины. Короче. Ага. Вот так делаем. Берем одну. Откладываем. Ху-ху-ху. И тут можно соединять их. Неплохо. Неплохо. Берем. У нас теперь две батареи. Это просто гениальный подход на самом деле. Очень гениальный. Раз. Два. Так. Им придется проверять ли ее за ней, я не знаю. Так, пойдем дальше. Hey, oh, yes, contact. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all my research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, all right? I'm cheering you on. Теперь у нас есть Мария. Там есть фотоаппарат. Берем. Раз. Осталась одна фотография. Берем. Опачки. Конечно, разрыв произошел, но берем. Ставим. И идем в обратку. Фотографируем. Берем. Ставим. Теперь обратно. Берем. Нет, подождите. Ха! Не-не-не-не, не так. Не так. А, не, надо было. Две фотографии. У нас же две фотки будут. Можно вот так сделать. Вот так. Вот так. Надо делать все правильные фотографии, короче, иначе потом просто вот это вот будет. Раз. Да, не взял фотографию, конечно же. Убираем отсюда. Убираем. Идем. И делаем вот так. Оп. И добавляем вторую. Оп. Все. Все просто. Все. Я сделал. Нет. Я тупанул, я сделал с обрезанным этим. Обрезанный. Ладно, все-таки придется так сделать. Так, теперь посмотрите, как нужно сделать? Как нужно сделать? Наверное, нужно положить аккумулятор. Ну да, надо положить аккумулятор, сфотографировать.
Вот так. Взять отсюда аккумулятор. Да, взять отсюда аккумулятор, пойти туда, снова сделать, не сделать, а применить фотографию. И уже два аккумулятора. Чух-чух. Вот, все правильно. Все правильно. Так, это ок, пройдено. Так. Так, а что здесь? Я уже не помню, что здесь будет. Здесь все кверх тормашками. Здесь все кверх тормашками. Здесь, ну, здесь просто было, я помню, здесь делаешь лесенку. Вообще, на самом деле, это так круто выглядит. То есть ты берешь лесенку, прислоняешь лесенку, поднимаешься, делаешь фотку и просто крутишь вот так вот. Вот так. Оп. Вообще легко. Легкий телепорт. Так. Теперь у нас есть вот раз. И там мост. Делаешь фоточку моста. Не в ту сторону. Переворачиваешь вот так. Опачки. Опачки. Они высоко или я? Бля, нет, это... Это высоко. О. Вот это и... О, идеально. Ну, практически, ладно. Не прямо идеально, но практически идеально. Вот, вот сюда вот. А здесь... Так, и нужно сделать, по-моему... Или не нужно сделать еще одну? Сейчас, погодите. Погодите. По-моему, здесь больше ничего и не было. Ой, зачем я? Вот так можно сделать. Перевернуть. Поставить вот так поближе. О, оп. Уи, ван. Тоже изи. Изи катка. Я тебя обрезал. Сорян. Вот тут вот очень важно, короче, не трогать другие предметы. That's quite the clever solution. Ну вот, иначе если, короче, тронешь эти предметы другие, то они, ну, соответственно, не будут работать. Вот в этом вся беда вечная. Так. Вот. Опачки, опачки. И теперь смотрите, что делаем. Берем вот так вот. Не, вот так. Вот так, наверное. И делаем фотографию. Опачки, все, у нас перевернуто. Ва! Чуть не упал. Вуаля. Вообще, это просто гениально с этими поворотами. Вот. Различными. А, ну и все, наверное, да? А, или вот этот остался. Вот этот, по-моему, последний остался. Вроде бы. Ой, ну здесь вот это знакомство будет. Вот это вот фотографии здесь, смотрите. Это просто красота. То есть ты вот так делаешь, подходишь сюда. Подальше вот так. Бам! Бам, блин! И у тебя преобразовалась картинка просто охеренно. Вот смотрите, вот на картиночка. Ты вышел, встал. Бам!
Неплохо. Да какой неплохо? Это охуенно. Ты просто встал как надо, короче, и все, и она у тебя соединилась. Это взрывает мозг, это просто гениально. Бах, нахуй. Все, телепорт готов. Ну, то есть это круто. Да-да-да. Отлично, ты на связи. А это я. Не знаю, как, но я потерял с тобой прямую связь. Да, понятно. Обычно связь у тебя тоже, похоже, не работает. Не страшно. Давай-давай. Шли сообщения. Пока. So, I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Good luck. Good luck, да. Спасибо. Бах. А, нет, не так. Не так. Во. Вот так. Вот так надо делать. Блин, я... Слишком обрезал, по-моему. Блин, я опять обрезал. Вот так, да, вот так, я думаю, идеально будет. Да. Да-да-да. Ну-ка. Раз. Два, да. Надо выше брать все время. Я почему-то вниз забираю, не знаю почему. О. И последнее, нам надо включить три цвета. Объедините, будет картинка получится, соответственно. Раз рычажок. Ну, видите, синий включился, красный, синий. А теперь нам остался еще включить зеленый. Зеленый, по-моему, зеленый был, по-моему, здесь, потому что вроде бы сюда, да. Куда вел? Ну, это понятно, по электричеству, вот по этим проводам надо идти. Смотрите. Бах, нахуй. И он соединил. Вот прикиньте. Вот так вот. Получается, все уровни за там сколько? За несколько минут. Вот, быстренько прошли раз-раз. Сюда, сюда. We're heading towards the workspace of a masterful engineer. Си Леон, much like the others, settled in quickly here. Да, да все тут быстро осваиваются. Что ты? Ой, тут даже показывается, как мы едем. Прям подробно по пути, ничего себе. Ничего себе. Круто. Да, ну я стал на шаг ближе. Да. Это точно. Совершенно точно. Я стал на шаг ближе, соответственно. Все круто. Так. Ладно. Это был Viewfinder. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте включать колокольчик. И я запишу следующую серию, потому что она мне понравилась, эта игрушка. Она такая простая, легенькая, успокаивающая и очень красивая, насыщенная по цветам и вообще красивая. То есть разработчики реально просто молодцы, постарались на славу с этой игрой. Вот. Всем до следующих встреч, ребятушки, всем пока.